Да, мы действительно провели, давно не встречались, и сегодня после продолжительного перерыва собрались для того, чтобы подвести итоги работы Совета Старейшин за прошедший год, поскольку мы уже работаем 7 лет, вступаем в 8-й год, и практика показала, что администрация города, несмотря на то, что меняются руководители, все-таки мы остаемся существовать при администрации и работаем при администрации. Подводя итоги, я бы хотел сказать, что действительно мы за прошедший год поднимали вопросы подготовки к 700-летию и разработка генерального плана, и работы медицины, и многие другие вопросы. Эти вопросы обсуждались на различных уровнях, и члены Совета Старейшин участвовали не только ведь в заседаниях, но участвовали в городских делах, в различных совещаниях, в различных средствах массовой информации, и выступали там, выступали и поднимали различные вопросы, которые заслуживают внимания. Ну и хотелось бы в заключение сказать, что вот люди все-таки, действительно, мы уже пожилые в возрасте, но все-таки мы жизнерадостны, надеемся на лучший год, 2014 год. Надеемся, что у нас в Загорском, в Сергиево-Посадском районе будет значительно лучше, чем в прошедшем году. Все стабилизируется. И хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех жителей Сергиево-Посада, поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, пожелать терпимости, пожелать счастья, чтобы в семьях было приятно и радостно встречать Новый год, и чтобы Новый год был не хуже старого, прошедшего 13-го.